Вот. А ведь она в этом сезоне даже выигрывала какие-то турниры, обыгрывала Дееву и Бирюкову. И так вот. Ну, значит, она все делала, она не падала. Подразвалилась здесь. Она не падала. Куда же падать по три раза? Это что? Александра Деева дальше катается. Как раз молодая воспитанница ЦСКА на данный момент. Тренер Светлана Соколовская. Молодая – это 13 лет. С половиной. Совсем молодая спортсменка из ЦСКА, 13-летняя Александра Деева.
такая маленькая дурочка. Ну, таких ошибок наделала. Она вообще-то очень способный ребенок. И много тренируется, и хорошо они очень со Светой работают. И у нее вот она короткую, как вчера, откатала. Просто шедеврально, как говорится, да? И сделала, конечно, очень большой шаг в сторону улучшения. Да, вот вся в помаде катается, ее целовала, видно, Свет перед тем, как она пошла. Она, во-первых, первый луз не прыгнула, который она прыгала. У нее не пошел аксель. У нее аксель идет вообще с поднятой рукой. Вот. И да. Делает она это очень хорошо. В итоге она потом даже без руки не смогла. Да, у нее и потом без руки не смогла и упала. И у нее довольно высокие прыжки для ее крошечного роста. Она очень хорошо поднимается. Она мне напоминает Иру Слуцкую, вот маленькую, потому что вот она поднимается на маховую ногу, поднимается. Потому что это такая одна из самых сложных техник прыжка. И это у Иры было очень выражено. И вот у этой маленькой девчонки. И, конечно, она за год очень прибавила. Она очень растянулась. Она стала кататься. И то, что она ручками, и она совсем не соображала. Когда ее привели в прошлом году, она прямо вот была такой маленький чурбанчик. Вот. Такой. А сейчас она такая уже маленькая, симпатичная. Очень прыгучая и хорошенькая девочка. И она с очень способными ногами, да, и с быстрой головой, быстро воспринимает то, что ей говоришь. Вот, я думаю, что у них работа все равно очень хорошая получилась, а получится еще лучше, потому что она, конечно, она маленькая еще, ей 13. Она со следующего года только может претендовать ехать на чемпионат мира по юниорам. Я думаю, что к этому времени она и будет готова. Но вот программу она начала с очень красивого, хорошего вращения, которое она делала, все высчитав, и с очень интересными положениями внутри, и с внутренним ребром, и с кольцом. И у нее очень хорошая спираль, то есть... То, чего у нее не было. Я смотрю, не то, что у нее было. У нее был большой прыжок, но она его улучшила. Но сейчас не получилось. Вот так катаются детки. Но все равно она не маленькую оценку получила. Она не может получить маленькую оценку, потому что она вторую половину программы там сделала.